30절, 31절 по 31. 같이 합독을 하도록 하겠습니다. 예수께서 제자들 앞에서 много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Аминь. Давайте благословим друг друга. Наслаждайтесь миром Божьим. Вы благовестник, спасающий эту эпоху. Давайте вместе унаследуем ту пустынную землю, которую Бог нам дал в наследие. Как мы прославляли Господа, благословляя, чтобы все верующие церкви Хана могли действительно вложить в свое сердце желание жить для Бога, жить в эту эпоху для того, чтобы следующее поколение растить действительно ремнантами, тем святым остатком, который будет знать Бога. И чтобы этот святой остаток, следующее поколение, наши дети, чтобы все те люди, которых Бог, и все те дети, молодежь, которых Бог приложил к церкви, чтобы они стали главными действующими лицами для всемирной евангелизации. Потому что это то повеление, которое Бог сказал, чтобы идти до края земли и нести этот свет Евангелия всем народам и найти учеников во всех народах. И поэтому также на следующей неделе будет конференция для обучения для молодежных лидеров, и также еще через одну неделю будет молодежная конференция уже также и в Сеуле. И также тема этой конференции будет также вечное наследие, которое вечное наследие, которое Бог нам дает, и то вечное благословение, и также то, что мы оставим, то вечное, что мы оставим после себя. Поэтому также будут из стран, из малых островов, которые в Океании находятся. Там есть такие маленькие острова, как Вануату и Фиджи, и много Соломоновых острова. И из этих 14 островов также были приглашены молодежь, ремнанты, студенты средней школы, старшей школы и также студенты колледжей, для того, чтобы они могли принять участие вместе с нами в этой молодежной конференции, также в обучении для молодежных лидеров, для того, чтобы, вернувшись в свои страны, в те места, где они находятся, места действия, чтобы они могли наслаждаться силой, которую Бог дает, и знают, что они не одни, что мы вместе все двигаемся в том направлении, которое Господь дал нам, в котором Бог желает, чтобы мы шли, и мы с вами — это мы не просто люди, которых Бог оставил жить на земле, чтобы мы что-то доказывали Богу или чтобы мы что-то заслуживали, каких-то благословений или еще чего-то. Мы с вами не живем религиозной жизнью. Мы живем с вами жизнью чад Божьих. Мы живем с вами жизнью свидетелей, которым надлежит
свидетельствовать, которым надлежит распространять Христа и распространять жизнь, то, что мы с вами уже имеем. Потому что Христос и жизнь — это то, что в наших сердцах, то, что внутри нас. И это то, чем с вами нужно нам наслаждаться каждый день, истинной жизнью в Иисусе Христе. И тогда, естественно, мы сможем это все распространять и передавать, потому что для этого мы с вами и призваны, чтобы становиться свидетелями действия Божия в своей жизни. Поэтому для того, чтобы мы могли это все действительно распространять, передавать другим людям, чтобы через нас это все могло передаваться, что необходимо? Нам с вами нужно иметь уверенность в том, что... Уверенность в том, во что мы верим. Уверенность в спасении, уверенность в то, кем является Христос. И поэтому в 31 стихе было и написано, что все это написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. И через все это, все то, что написано, и Евангелие, и через Евангелие от Иоанна особенно, мы можем узнать, что у Бога был план спасения, и он осуществляется сейчас. И можно сказать, даже уже осуществился в том, что... И это есть абсолютный Божий суверенитет. В чем? В том, что сказано в Евангелии Иоанна 3:16, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И также 17 стих, о чем говорит нам, что Бог не послал Сына Своего в этот мир, чтобы судить мир, но для чего Он послал Его? Чтобы мир спасен был через Него. Иисус пришел в этот мир не для того, чтобы судить или осуждать, Он пришел для того, чтобы мы с вами могли получить спасение и войти в спасение, чтобы мы с вами могли иметь жизнь вечную. И мы это уже обрели через Иисуса Христа. Поэтому в абсолютном суверенитете Бога, Сын Божий, Иисус, Он воплотился на этой земле. Поэтому Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих, там сказано, что Слово, которое было у Бога и которое есть Бог, как в 1 главе Евангелия от Иоанна сказано, в 14 стихе говорится, что это Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели Его славу, славу того, который пришел от Отца. Поэтому и в Ефесянам, 1 главе, 11 стихе там сказано, что «В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей». Поэтому это Бог, Он уже предопределил, у Него уже был план спасения, Он уже предопределил, зная, что это может случиться, то, что случилось, что человек отошел от Бога. Могло не случиться, но это случилось. И поэтому у Бога есть уже, конечно же, естественно, были планы, которые Бог совершает, план спасения. И Екклезиаст, 7 глава, 13 стих, там сказано, «Смотри на действие Божье, ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?» О чем это говорит? Это говорит о том, что у Бога есть... Божий абсолютный суверенитет есть. И если Бог сделал что-то кривым, то кто может это потом выпрямить? И если Бог сделал прямым, то кто может это сделать кривым? То есть, если есть Божья воля в чем-то, если это есть Божий план, если это то, что Бог предопределил, то это совершится. Поэтому спасение также совершилось внутри абсолютного Божьего плана и Божьего, внутри абсолютного Божьего суверенитета. Поэтому если мы будем осознавать это, то, что мы с вами читали только что в Ефесянам, что мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей. Поэтому это воля Божья была, чтобы Иисус Христос пришел, чтобы Он умер
на кресте за нас, за наши грехи. И это мы с вами, те люди, которые осознали это, которым Бог открыл это благодатью Своей. Мы с вами — это те люди, которых Бог предназначен, которые предназначены к тому, чтобы быть наследниками Божьими. Мы сделались наследниками. И каким образом это все? И для чего это все? Для того, чтобы мы с вами жили для славы Божьей. И поэтому даже то, что, конечно же, проблема в том, что мы с вами иногда не имеем уверенности в этом спасении. От чего это приходит? Потому что мы иногда не знаем, мы не знаем то, что в Слове написано. Мы не знаем то, что действительно является истиной, то, что является благовестью. Из-за того, что мы это не знаем, то из-за этого у нас приходит то, что мы не имеем уверенности в спасении, которое Бог уже нам дал. И потому что также из-за того, что в нас укоренилось уже неверие, из-за того, что в нас, несмотря на то, что мы уже получили спасение, мы уже запечатлены Духом Святым, наша сущность еще остается греховной сущностью. Поэтому иногда мы, конечно же, иногда, может быть, часто даже, мы совершаем какие-то проступки, мы совершаем грехи. Но это не означает, что мы теряем спасение при этом. Да, если мы даже согрешив, что необходимо нам? Нам нужно то, что сказано 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Конечно же, нету никого, кто без греха. Но это нужно различать грех первородный, грех, который разделял нас с Богом, и грехи, которые сейчас уже наши есть. Еще даже до сих пор мы совершаем, потому что греховная сущность. И да, если мы совершаем какое-то согрешение, мы приходим к Богу, чтобы Бог нас очистил от этого греха. Но это не тот грех, который ведет к смерти. Какой грех может вести к смерти? Только неверие, только отречение от Бога. Но даже и в таком случае, посмотрите, и Соломон в Ветхом Завете, и даже Петр, который отрекся от Иисуса Христа, разве Бог оставил его? Он пришел и восстановил Петра, он восстановил также и Соломона в Ветхом Завете, если мы смотрим. Поэтому наше спасение находится внутри Божьего абсолютного суверенитета, и никто не может похитить нас из руки Божьей. Поэтому нашей основой веры, платформой нашей веры, что является? Или кто даже является? Это является Христос. Поэтому, действительно, скала, основа, скала нашей веры — это Иисус Христос. Поэтому и сказано, что все это Писание, все это написано для того, чтобы мы могли верить, что Иисус является Христом, Сыном Божьим, и веруя, и могли иметь жизнь во имя Его. Поэтому мы с вами имеем жизнь во имя Божье, во имя Иисуса Христа. Поэтому и сказано, что, чтобы у нас была эта уверенность, чтобы мы понимали это все. И сказано в 5 главе 39 стихе, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Это Иисус говорил к фарисеям, но это звучит к нам также, чтобы мы с вами не полагались на наши чувства или на чьи-то слова, или на что бы там кто ни говорил, а полагались на Писание. А Писание говорит то, что мы сегодня с вами читали. И что говорит Евангелие от Иоанна, 14 глава 6 стих, сказано о том, что Иисус сказал, «Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Поэтому Иисус, Он стал истинным пророком. Не просто пророком, а истинным пророком, который является сам по себе путем к Богу, путем к восстановлению отношения человека с Богом, потому что он же пришел как истинный Бог, но пришел воплоти как истинный человек. Поэтому с той позиции, которой он говорил, он показал себя как именно тем путем, через который мы можем восстановить отношения с Богом. Он это говорил с позиции человека. Также, чтобы мы могли восстановить отношения с Богом. И Иоанна 1 глава 29, также стих. Там сказано также о том, что
мы с вами, благодаря Иисусу, который как истинный священник, благодаря Ему проблема грехов и проклятий была совершенным образом решена в нашей жизни. Потому что тогда Иоанн Креститель, он сказал, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И также Иоанна 8, глава 32 стих, там сказано, что сказал Иисус также, «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Свободными от кого и от чего? Чтобы мы стали свободными от рабства дьяволу, от рабства сатане. И через Иисуса Христа, который стал истинным царем, который сокрушил дела дьявола, потому что он для того и явился, чтобы сокрушить дела дьявола, чтобы лишить силы, имеющего державу смерти. И совершилось это или нет? Если мы посмотрим Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих, что там сказано? Когда Иисус, Он, последние Его слова на кресте было, что Он сказал? Совершилось. То есть то, для чего Он пришел, Он совершил. Поэтому вот это то, что говорится в Писании, это то, что сказано в Писании. Поэтому важным теперь является, что является основой моей жизни, на чем мы строим нашу жизнь. И как в Матфея 7 глава с 24 по 27 стихи сказано, итак, «Всякий, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Поэтому важно, чтобы действительно наша жизнь была построена на камне, истинном камне, Иисусе Христе, Слове Божьем, который является истинным пророком, истинным священником, истинным царем, тем, кто имеет абсолютную власть как на небе, так и на земле, и именем которого мы можем вести духовную войну на наших местах действия. И через нас, через провозглашение имени Иисуса Христа, Царство Божье может восстанавливаться и может сходить на те места, где мы находимся, в нашей семье, в наши места работы, где бы мы ни находились. Вот это есть та истина, которую отвергает этот мир также, потому что идет путем, который дьявол предлагает. Поэтому нам с вами очень важно верить в абсолютный Божий суверенитет. И если мы верим в абсолютный Божий суверенитет, то это и есть вот то, о чем мы только что читали, когда мы ставим, основываем свою жизнь не на чьих-то словах, не на своем, не на своих каких-то мыслях, не на мыслях или словах других людей, но мы основываем на Слове Божьем. Если основой моей жизни, мы, люди, мы всегда основываем свою жизнь, то есть наши мысли, наши выводы, наши, даже наши мечты, на чем основываются? На словах, на чьих-то словах, в каких-то из книг, которые мы читали, из того, что мы слушали. И это может быть философия, религия, идеология, что угодно в государстве. Все, то есть наша жизнь основывается на этом. Если действительно наша жизнь не будет основана на Слове Божьем, то мы видим в Ветхом Завете, как и Авраам, пока он не основал свою жизнь действительно на Слове Божьем, пока он не отталкивался в своих суждениях от того обещания, завета, который Бог дал ему, то у него не было действительно... Его жизнь не была по-настоящему благословенной. У него не было по-настоящему покоя. У него были, продолжались переживания о будущем, сомнения, страхи. Почему? Потому что он основывал свою жизнь не на Слове Божьем, а на том, на обычаях, на том, как он сам думает, на том, как люди посмотрят, на законах определенных. То есть то, что и в нашей жизни может присутствовать. Поэтому нам нужно проверить, что является основой нашей жизни.
Мы живем по том, как люди подумают, мы живем по культуре или обычаям, или традициям, или по привычкам каким-то, либо же мы смотрим в будущее, на настоящее наше и на прошлое через Слово Божье. Сейчас мы с вами, нам нужно с вами понять, что мы также не как в Ветхом Завете живем. Мы с вами живем в Новом Завете. Мы с вами живем не одни. Мы с вами, приняв Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, с этого момента что произошло? Дух Святой уже пребывает вместе с нами. И Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 и 26 стихи, что сказано? «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Какого утешителя? Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит и не знает его. Но вы знаете его, потому что он с вами пребывает и в вас будет. И 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». И 16 глава, 13 стих. «Что будет делать Дух Святой? Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо Он не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будет возвести, и будущее возвестит вам». То есть этот Дух Истины, Он наставит вас на всякую истину. Поэтому мы с вами не одни, и мы с вами чадо Божье, мы те люди, в которых Дух Святой пребывает, и Дух Святой нашему Духу, Духу человеческому, который внутри нас есть, потому что мы с вами есть Дух, Душа и Тело, и нашему Духу, Дух Божий, наставляет нас через Дух наш, наставляет нас на всякую истину, помогает, чтобы наши мысли, чтобы мы получали водительство Духа Святого, чтобы наши мысли были не греховными, чтобы наши мысли, наши слова, наши дела были не злыми, то есть были благими, то есть были такими, которые не приносят вреда ни нам самим, ни другим людям. Поэтому, действительно, Дух Святой направляет нашу жизнь. И посмотрите также, 20 глава, 19 стих, когда Иисус Христос вошел, и воскресший Иисус, что Он пришел? Он сказал тем, которые были в страхе, потому что они боялись, и в первый же день после воскресения Своего Иисус пришел, и, став среди них, Он сказал: «Мир вам!» И Он также показал им руки Свои, и Он еще тоже так же, опять-таки, что Он им сказал? Он сказал: «Мир вам, и мир будет с вами, и как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас». И что Он также сказал, когда Он сказал также: «Примите Духа Святого». Поэтому это то, что мы также можем прочитать и в Матфея, 28 главе, и также в книге Деяний, 1 главе, когда Иисус сказал, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Но помимо до этого, как сойдет Дух Святой, это уже при исполнении Духом Святым. Но пребывание Духа Святого — это то, что Иисус сказал, когда Он пришел к ним: «Примите Дух Святой». Поэтому нам также нужно понимать различие между пребыванием Духа Святого в нас и силы, потому что в книге Деяний, 1 главе, 8 стихе, там сказано, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть есть пребывание Духа Святого, есть водительство Духа Святого и есть наполнение Духом Святым. И это разные вещи, это не нужно путать. Поэтому пребывание Духа Святого не означает проявление какой-то даже, наверное, сверхъестественной силы какой-то. Это то, что Дух Святой внутри нас работает, Он исцеляет нас. И также есть наполнение Духом Святым. И когда мы будем смотреть книгу Деяний в дальнейшем, то мы видим, что всякий раз, когда они просили быть наполненными Духом Святым, когда преисполнились Духа Святого, они всегда проповедовали. То есть, опять-таки, преисполнение Духом Святым не всегда означает говорение на иных языках или какие-то еще сверхъестественные действия.
Но это прежде всего провозглашение Слова Божьего, провозглашение Евангелия. А когда Евангелие провозглашается, тогда уже могут произойти действия. Какие? Действия исцеления может произойти. Потому что, когда провозглашается Евангелие, и человек принимает Иисуса Христа, то он получает исцеление. Поэтому не чудеса нужно искать какие-то, нужно провозглашать Евангелие, преисполниться Духом Святым, чтобы провозглашать благую весть. И поэтому также и сказано, Павел также писал о чем? Не упивайтесь вином, но от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Потому что вот это самое главное. Если вы... Почему... На чем акцент ставил и сам Иисус Христос? Он сказал, когда вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, когда вы наполнитесь Духом Святым, то вы станете мне свидетелями до края земли. Свидетелями что значит? Мы станем свидетелями проявления силы Божьей. То есть, и дальше мы видим в книге Деяний, когда, преисполнившись Духом Святым, и Стефан проповедовал, и преисполнившись Духом Святым, Петр и Иоанн перед Синедрионом проповедовали, преисполнившись Духом Святым, и Павел также проповедовал с дерзновением Слова Божьего. И тогда действия исцеления происходили, и злые духи их водили от людей, потому что они принимали Иисуса Христа. Не просто гонять духов, этих злых духов, а когда люди принимают Иисуса Христа, Дух Святой уже входит в них, тогда уже никакой дух, злой дух не может вернуться к этому человеку. Поэтому, как апостолы и как ученики пребывали каждый день в Слове, каждый день они пребывали и провозглашали, если посмотрите книгу Деяний, 2 главу, 42-47 стихи, они каждый день в храме по домам не переставали провозглашать, пребывать в Слове и провозглашать Евангелие. Поэтому, в чем наше спасение? Это жизнь, обретенная через Иисуса Христа, как сказано в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 31 стихе, чтобы мы веровали в то, что Иисус является Христом, Сыном Божьим, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Поэтому наша жизнь — это жизнь не по методом человеческим, не по методам мирским. Наша жизнь должна... Мы должны жить нашу жизнь по Слову, ища Божий план, ища ответы Божьи, которые есть в Слове, которые приходят через Слово. Если мы посмотрим дальше, вот Евангелие от Иоанна, вторую, третью, четвертую, пятую главы, мы посмотрим жизни людей, которые пытаются решить свои проблемы мирскими методами. И в конечном итоге они в еще большие трудности, попадают в еще большие трудности и страдания. Как, например, вторая глава, когда пир в Кане Галилейской, когда они, как бы они ни старались, у них все равно закончилось вино. Поэтому никогда не знаешь, когда в твоей жизни могут возникнуть какие-то проблемы или недостатки прийти. И даже Евангелие от Иоанна, Никодим, который был членом иудейского правящего совета, лидером фарисеев, признанный миром, признанный людьми, но он не мог решить свои жизненные проблемы, потому что он не имел истины, духовной тайны, по-настоящему не зная. Поэтому даже когда он с Иисусом общался, он говорит, то есть он действительно был не понимающим духовной истины, не понимающим Евангелия, не понимающий благой вести, которую еще в Ветхом Завете Бог передавал, о том, что людям, нам с вами, мы родились во грехе, то есть мы родились разделенными с Богом, и поэтому нам нужно восстановить свои отношения с Богом. Нужно духовно родиться, родиться свыше. Нужно, чтобы родиться от воды и духа. Дальше мы видим также 4 главу Иоанна. Мы смотрим самаритянка, которая 5 раз выходила замуж в поисках счастья, потому что... Но в итоге она что стала? Посмешищем и проживала жизнь, избегая людей. И Иисус также дал ей ответ. Также 5 глава Иоанна. Мы смотрим человек, который 38 лет лежал у купальни в Ефесде, чтобы вылечить от своего физического недуга. Но он продолжал страдать, и он не мог решить. В мире мы продолжаем встречать людей, которые пытаются решать жизненные проблемы с помощью науки, техники, человеческих каких-то способностей, знаний, культуры.
не означает, что не нужна наука или техника, но это говорит о том, что сколько бы мы не совершенствовали науку, сколько бы не совершенствовали знания и много-много чего есть в этом мире, но мы видим, что невозможно, какие бы ни были хорошие религии или идеологии или философии, или какая бы ни хорошая была наука, невозможно, есть проблемы, которые невозможно решить, потому что эти проблемы, как бы сказать другими словами, те проблемы, которые в нашей жизни есть, они приходят не из-за недостатка знаний или не из-за недостатка технологического совершенствования. Проблемы, которые есть в этом мире, они приходят из-за того, что в сердце людей находится. Войны, конфликты, убийства, воровство, кражи, все то, что происходит в этом мире, это не из-за достатка ресурсов происходит, находится это все из-за того, что проблема в сердце людей, которую невозможно решить просто ни религией, ни законом. Пока ограничиваешь человека, он, может быть, не будет делать зло, а грешить, потому что есть страх наказания. Но как только не будет контроля какого-то, проявляется все это дальше. Начинают воровать, начинают убивать, начинают делать все, что... Поэтому все эти духовные проблемы жизни не могут быть решены, потому что вот эта проблема, корень это все, это духовная проблема. Это не физическое, это недостаток, не недостаток знаний, не недостаток физических ресурсов. Проблема, корень проблемы в духовном находится, в том, что чему слову мы следуем, на чем слове мы основываем нашу жизнь. Поэтому и Соломон сказал, что все это суета в 1 главе 2 стихе. Хотя он и обладал всем в своей жизни. Все, что можно было, богатство, слава, знания, удовольствия, какие бы могли быть, все он это имел. Но что он сказал? Все эти мирские вещи в конечном итоге бесполезны. Они не могут решить проблему жизни. Они не могут решить ту пустоту в сердце человека. Они могут решить тот недостаток, который по-настоящему является духовным недостатком. Поэтому его невозможно заполнить ни физическими, ни душевными какими-то утехами. Поэтому люди и сейчас продолжают жить таким образом. Пытаются заполнить эту всю пустоту внутреннюю свою чем-то физическим, путешествиями, хорошей едой. Это нормально путешествовать, нормально хорошо кушать вкусную еду, но это не может восполнить и заполнить ту пустоту, тот недостаток настоящий, который есть внутри. И поэтому 2 Коринфянам 4 глава 4 стих о чем говорит, что Бог мира сего ослепил ума неверующих, чтобы они не увидели свет славы Божьей, славы Иисуса Христа, который есть по-настоящему образом Божьим. Вот это есть духовная проблема. И эта духовная проблема приходит момент в жизни людей, когда они могут жить, они думают, что все нормально, все хорошо, но приходит в жизни момент в их жизни, в жизни их детей, приходит проблема, которая результатом является этой духовной проблемы, и которую невозможно решить ни финансами, ни какими-то знаниями, ни наукой. Поэтому я желаю, чтобы вы не попали в такую ловушку, и если кто-то еще не уверовал в Иисуса Христа, то действительно уверуйте по-настоящему. Если кто-то вокруг вашей жизни, если вы знаете, есть люди, которые, конечно же, есть, молитесь, продолжайте молиться за них. Продолжайте молиться, чтобы они осознали, что есть духовная проблема, и что решением этой духовной проблемы уникальный ответ, уникальным решением есть Иисус Христос, только Иисус Христос. И Иисус Христос — это не просто... Он пришел не просто как пророк указать еще один путь к Богу. Он пришел как истинный пророк, который сам является истинным путем, через которого только мы можем восстановить наши отношения с Богом, через которого только через Него мы можем обрести Дух Святой, потому что это то, восстановиться как образ Божий. Потому что Бог нас сотворил такими, чтобы Духом быть вместе с нами, святым, чтобы мы могли обретать мудрость, силу, любовь, радость, все это обретать и этим жить, потому что это то, что необходимо нам, потому что недостаток этого всего приводит к всем этим проблемам, которые мы имеем. Поэтому мы своими силами не можем быть святыми, мы не можем своими силами соблюсти закон.
А закон, он и соблюдается, ведь Иисус и сказал, что весь закон и все пророки в чем находятся? В двух этих заповедях. Возлюби Господа Бога превыше всего и ближнего своего, как самого себя. Как мы можем возлюбить ближнего своего? И как мы можем себя даже любить по-настоящему? Потому нам нужен Дух Святой. Нам нужны плоды Духа, потому что плод Духа Святого, что сказано? Плод Духа — это есть любовь, мир, радость, благость, долготерпение, смирение, кротость. Поэтому мы не можем быть святыми, мы можем притворяться только, что мы хорошие. Или стараться, пытаться быть, но мы не можем по-настоящему, поистине быть хорошими. Поэтому нам с вами нужно через Иисуса Христа, уверовав в Иисуса Христа, приняв Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, стать детьми Божьими, получить власть быть детьми Божьими. И тогда Иоанна, 5 глава, 24 стих, сказано, что «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но уже перешел». Сказано, но перешел, уже означает перешел от смерти в жизнь. И Иоанна 17 глава 3 стих сказано, «Сия же есть жизнь вечная». В какую жизнь? Жизнь вечную. «Да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». И Ефесянам 2 глава 8 стих сказано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это Божий дар, не от дел ваших, чтобы никто не хвалился». Вот в этом должна быть наша уверенность в спасении, что это не от нас, это Божий дар, это Божье в Божьем предназначении, то, что Бог предопределил. И Евангелие от Иоанна, 10 глава, 29 стих, что сказано? «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Это о ком говорит? Это те, в 27-28 стих, он сказано, «Овцы мои слушают голоса моего, я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и они не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не похитит их из руки Отца моего. Я и Отец одно», в 30 стихе сказано. Поэтому мы, которые уверовали в Иисуса Христа, которым дана благодать, исповедать Иисуса Христа Господом, который исповедали. Мы имеем Дух Святой внутри нас. И мы с вами, те, которые следуем за Иисусом Христом, и никто не может похитить нас из руки Божьей. То, что и Павел писал даже и в Римлянам, то, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни демоны, ничто не может нас отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе. Поэтому Иоанна 6 глава 29 стих также сказано, что есть делом Божьим? Что от нас зависит? Не то, что зависит даже, не зависит, а что наше дело есть. Иисус сказал, когда у Него спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Потому что мы с вами призваны для того, чтобы творить дела Божьи. Ведь. Правильно? А Иисус им сказал, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Поэтому, что является делом Божьим? Нам нужно с вами наслаждаться дарованными нам духовными благословениями, веровать в Иисуса Христа. Вот это и есть дело Божье. Ничего больше Бог не требует от нас, никаких совершений в законе, ничего. Потому что если мы с вами будем веровать в Иисуса Христа, если мы с вами будем наслаждаться благословением чада Божьего, если мы будем наслаждаться любовью Божьей, которая внутри нас, если мы будем любить ближнего, то мы будем желать делать добрые дела для этих людей, желать делать то, чтобы эти люди также могли услышать Евангелие, веровать в Иисуса Христа. Если мы будем действительно любить Бога, если мы любим Бога, то мы стремимся что? Мы стремимся действительно, чтобы Бог радовался, смотря на нас. Поэтому нам с вами нужно наслаждаться этими духовными благословениями, что мы с вами чада Божьи. Наслаждаться тем, что проблема уже не проблема. Потому что у Бога есть план, у Бога есть ответ. Какая бы проблема ни пришла в нашу жизнь, конфликт приходит в нашу жизнь, это возможность для того, чтобы обновиться. Какой бы кризис ни был, мы через этот кризис можем пройти, потому что это возможность для нас станет, для того, чтобы проповедовать благую весть. Нам лишь с вами нужно наслаждаться тем, что мы являемся с вами детьми Божьими,
Потому что мы с вами — это те, которые призваны уже быть царственным священством. Бог нас призвал из тьмы в свой свет, для того, чтобы мы провозглашали дела Божьи, чтобы мы с вами наслаждались тем, что мы с вами являемся царственным священством. Поэтому на наших местах действия, когда мы молимся, нам нужно наслаждаться молитвой священника, чтобы сокрушались силы тьмы, сокрушались бедствия на тех местах действия, которых Бог нам доверил. Чтобы, так как силы тьмы, так как дьявол, он существует, он еще действует, но нам дана власть сокрушать эти силы тьмы. Поэтому нам нужно наслаждаться с вами молитвой царя, царственной молитвой, потому что мы царственное священство, 1 Иоанна, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Мир кажется большим, мир кажется сильным, мир кажется страшным, но нам нужно с вами наслаждаться молитвой пророка, чтобы мы с вами наслаждались благословением, чтобы через нас провозглашалось Слово Божье, чтобы благословение Эммануила было в нашей жизни. Поэтому давайте помолимся о том, чтобы мы с вами могли сеять не в плоть, мы сеять могли в дух и пожинать жизнь вечную, чтобы мы могли провозглашать Слово Божье людям, чтобы действительно были счастливыми людьми, и чтобы основой нашей жизни стал абсолютный Божий суверенитет, вера в абсолютный Божий суверенитет.
진심으로 하나님께 나아가며 기도하십시다. 이 땅에 하나님께서 우리를 그리스도와 생명 전할 Давайте положим руку на сердце и Иисус께서 바로 하나님의 아들 придём действительно всем нашим сердцем к Богу. Бог нас призвал детьми, быть детьми Его. Бог нас спас, и наша жизнь находится в руках Его. И Бог желает, чтобы мы на всех наших местах действия, где мы находимся, не страдали просто там, а чтобы мы становились свидетелями совершения Слова Божьего, свидетелями силы Его, чтобы мы стали свидетелями спасение, действие спасения, которое совершается, которое Бог желает совершать вместе с нами и через нас. Давайте помолимся, чтобы мы могли наслаждаться этим благословением. Давайте помолимся, чтобы Бог очистил наши мысли, наши сердца, чтобы вся суета, все переживания ушли, чтобы мы доверили свою жизнь в руки Божьи, и чтобы Бог нам дал благодать искать прежде всего Царствие Божьего, чтобы Он открыл наши духовные глаза, видеть, что Он пребывает вместе с нами, чтобы Он дал нам желание следовать Слову Его, чтобы Он дал нам желание действительно жить для славы Божьей и силы для этого. Давайте помолимся, каждый из нас в своем сердце.